В эфире «Диспозиция». Это Гагарин. Поехали. Даже как-то жалко Зеленского по итогам саммита НАТО. Обычно лояльные к нему западные СМИ и те, не стесняясь, выкладывали комментарии и фото, демонстрирующие провал миссии Киева в Вильнюсе. Все буквально эксперты констатировали разочарование Украины отсутствием конкретики по вступлению в состав блока. И даже на российских телешоу и в аналитических программах по этому поводу воцарилась некая позитивная, что ли, атмосфера. Но, быть может, выскажу непопулярную точку зрения, однако касательно Беларуси ничего особо позитивного в Вильнюсе не произошло. Несмотря на некоторый прагматизм США и Германии относительно Киева в НАТО, поставки оружия в незалежную продолжатся в усиленном режиме. Ракеты у соседей все более дальнобойные, прогрессируют мощности разведки, практически решен вопрос по самолетам. В НАТО Украина или нет, пусть вопрос будет открытым, но пороховая бочка у нас под боком ширится прямо сейчас, что предполагает принятие соответствующих мер по безусловному обеспечению безопасности Беларуси. А потому у нас идет работа по увеличению дальности и точности ракетного вооружения. Здесь речь о комплексах «Искандер», «Полонез», «Смерч», «Ураган», развитию РЭП, в первую очередь для нейтрализации средств управления, разведки и беспилотников неприятеля. Стремительно наращивается потенциал ПВО. Достаточно вспомнить о недавнем заступлении на боевое дежурство С-400. Приходится учитывать и фактор резвости младоевропейцев. Вдохновившись, видимо, саммитом на своей территории, в Литве планируют сформировать целую дивизию, для чего будет осуществлена закупка крупной партии оружия. Прежде всего, танков. Что интересно, подобное заявление чиновники делают, сломя голову, даже не просчитав, какова цена вопроса. У нас есть первоначальные оценки. Я не буду их сейчас раскрывать. Мы представим ее другим ведомствам. Но в любом случае такие шаги предпринимаются. Конечно же, в Беларуси военные еще до подобных заявлений приступили к исследованию приемов борьбы с тяжелыми машинами. На вооружение уже взяли опыт россиян. Работать теперь у нас учатся мобильными бронегруппами. При этом в небе непрерывно штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24. В настоящее время противоборствующими сторонами широко применяются действия мелкими, а также смешанными группами боевых машин. Навести на них авиацию, артиллерию тоже сложно, потому что мелкая группа, она более подвижна, более маневренна, способна совершать быстрый маневр на поле боя, менять огневые позиции, уход в укрытие, в лесные массивы. А тем более на территории Республики Беларусь это очень важно, использовать свою родную местность. Заслуживают внимания и пути повышения осведомленности армии. Белорусские военные тихо, но интенсивно развивают легкомоторную авиацию. В частности, автожиры и мотодельтапланы. По сравнению с беспилотниками, они менее подвержены воздействию комплексов РЭП и позволяют более точно проводить оценку обстановки. Необходимость такого вида летательных аппаратов будет востребована, потому что это и дешевизна, и простота в использовании и подготовке к летному составу в течение месяца. Я думаю, летчика подготовить в большой авиации – это нереально. Оперативность подготовки воздушного судна к вылету – это в течение 15 минут уже экипаж готов к выполнению поставленной задачи. И все же магистральный путь для мирного неба над страной – всенародность защиты Беларуси. Занятия с территориалами и народным ополчением уже фактически рутина. А другими словами, отработанная система, которая выступает, быть может, первостепенным фактором сдерживания агрессии. С народом воевать никаких снарядов не хватит, что отлично понимают в НАТО. Народное ополчение пошел по своей воле, потому как это, наверное, прямая обязанность охранять свою школу, свою территорию, свою семью. Это мой долг, прежде всего. В армии служил, поэтому как бы навыки есть. Патрулирование улиц, досмотр транспорта, людей, ну и прочее. То есть помощь как бы органам внутренних дел. Детские сады, школы, они же незащищенные будут. Вот наша это главная задача. Вот охрана именно этих вот объектов. Мы всегда готовы. К слову, Минску Альянс на саммите уделил отдельное внимание. Мы даже упоминаемся в специальном коммюнике НАТО. Как отмечается, военная интеграция России и Беларуси воздействует на региональную стабильность и оборону стран блока. Интересует Запад и частности. НАТО будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить, в частности, за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси. Коммюнике НАТО.
Саммит Североатлантического альянса, безусловно, надолго запомнится стремлением блока продемонстрировать единство. И ключевое понятие здесь – продемонстрировать. Действительность же куда более разнообразна и причудлива. Аналитики до сих пор исследуют новую линию Турции, внезапную решимость Франции по поставкам ракет Киеву, неопределенное заявление Байдена по поддержке всех и вся. Все это говорит лишь об одном – ситуация в любую минуту может развернуться в любую сторону. И каждая страна в первую очередь преследует собственные интересы. Жаль только, что у Запада эти интересы хищнические. Но вот с жертвой они точно ошиблись.